Грохот трибун, морозный лед, погожим майским днем. И это не чемпионат мира по хоккею в Чехии, а международные соревнования «Балтийские надежды» в Калининграде. Уже пятый по счету турнир. Пожалуй, настало время о нем поговорить. Как Дима сказал, мы не в Чехии, но оттуда есть прекраснейшие новости. Хотя, наверное, для вас они уже старости. Но все же, сборная России одержала верх на сборной Беларуси со счетом 7-0. Это 9 мая, в день 70-летия Великой Победы, что очень даже символично. А вот об этих местных победах вы, возможно, еще не слышали, но мы вам расскажем. Ну а пока дайджест. Продолжим тему 70-летия. 70 же километров на велосипедах по областным трассам преодолело 70 участников велопробега под эгидой регионального отделения спортивного общества «Локомотив». Стартовав по улице Киевской, участники велопробега быстро свернули на Камскую и выехали за город. По региональным трассам им предстояло доехать до Ладушкина и вернуться обратно. По пути участники пробега заезжали в поселки, чтобы возложить цветы к воинским мемориалам. Это очень приятное мероприятие само по себе, да, я всегда участвовал в велопробегах городских. Во-вторых, пробег посвящен такому радостному дню, как День Победы. Вспомнить наших предков, которые положили свои жизни за то, что мы сейчас вот имеем, спокойную нашу мирную жизнь. Не менее внушительных цифр добились и участники акции «Рекорд Победы», прошедшей у монумента «Родина-мать». Задача перед любителями отжиматься от пола была поставлена на первый взгляд внушительная. Отжаться столько, сколько прошло дней со дня триумфа над нацизмом. Учитывалось несколько подходов, групповые отжимания, участие прохожих. В общем, волонтеры только и успевали записывать. Как итог, вместо 25 568 искомых повторений выполнено аж 33 911. И дело даже не в этом показатели, а в том резонансе, который вызвала эта затея погожим майским вечерком. Междусобойщик ребят, которые занимаются спортом, ведут активный образ жизни. Это не только молодежь. Здесь будут и постарше, и мужчины, и женщины. Все это как бы показать здоровый образ жизни, что мы поколение, мы здоровое поколение, и мы достойны этого великого подвига и стараемся соответствовать. Еще в 2000 году стартовала традиция каждое 10 мая проводить Кубок Победы по рукопашному бою в Калининграде. Из областного турнир превратился в международный, из рядового в особенный. Вот и на этот раз более сотни бойцов, как классических рукопашников, так и любителей смешивать стили, собрались на коврах спорткомплекса «Юность». Даже поляки своих спортсменов представили. В общем, полный кворум, как и подобает в такой первый мирный день. Очень много ребят пришло, очень как бы положительные отзывы слышим. Те же самые ребята с Польши, которые приехали, они как бы очень на высоком уровне оценивают организацию турнира, подготовку наших ребят. Это важно, потому что вот эти мальчишки, которые здесь выступают, это будущее нашей страны, по сути, будущее ее защитники. Все прошедшие соревнования России этого года посвящены 9 мая, великому празднику. Даже юношеское первенство области по легкой атлетике, например, собравшее около 250 участников. Кто-то в таком возрасте только начинает выступать, кто-то совсем скоро передумает, делает спортивную карьеру. Но главное другое, сезон королевы спорта на открытом воздухе только набирает обороты. Недавно, к примеру, наши земляки неплохо выступили в Польше. У нас поступило еще одно приглашение в город Лодзь, это наш город побратим. Значит, и мы планируем, что большая делегация, примерно в количестве 40 человек, выйдет 12-14 июня на соревнования. Напоследок о «Балтийской весне». Так романтично был назван детский турнир по теннису для начинающих и тех, кто уже совсем неплохо справляется с мячом и ракеткой. Тем более, что и площадка меньше, и мяч легче. В общем, все условия для владения техникой в прошлом элитарного вида спорта. Нынче он доступен, ну, почти что всем желающим. Число участников детских турниров с каждым сезоном увеличивается, и это главный аргумент популярности дела Волкова, Кафельникова или Шараповой. Мы продолжаем международные контакты. Также с конца мая мы поедем в Литву играть матчи в встрече Калининград против Рапида. И в конце августа, надеемся, что они к нам приедут в ответ, и будем принимать литовцев на нашей родной земле. Ну что ж, пока вы смотрели дайджест, счет стал 6-3 в пользу «Янтарной звезды», что опять-таки радует. Ну а пока в целом о турнире. Как давно он появился и что он из себя представляет? Ну, турнир в этом году отмечает маленький юбилей, ему 5 лет уже. Егор Еременко, директор региональной комплексной детско-юношеской спортивной школы по зимним видам спорта. Был он сначала областным, сейчас он приобрел ранг международного турнира. Соответственно, последние 2 года мы проводим в формате 8 команд. Если раньше приезжали москвичи и Питер, то сейчас у нас, ну, латыши, соответственно, то сейчас у нас из Хабаровска команда приехала за 3-9 земель. Люди интересуются, очень много
популярностью он набирает. Большие призовые и хорошие призы, в принципе. Дети уезжают довольны, родители довольны, как бы все. Плюс к этому проводится праздник 9 мая, и как бы это тоже людей привлекает. И наш город, праздник и все эти вещи. Перспективы, конечно, есть. Мы хотим по этому возрасту на следующий год расширить его до 10 команд. Соответственно, провести не только по этому возрасту, а перейти уже в такой недельный цикл, провести по нескольким возрастам. Этот же турнир, он будет идти, ну, грубо говоря, несколько недель. То есть там три возраста, если, то три недели. Поэтому вот такие у нас планы. Очень серьезная заявка на победу. И что касается в целом сезона, наша команда выступает не только в области, но и далеко за пределами ее. Как прошли встречи? В этом году вот эта команда наша 2005 года, она играла чемпионат Санкт-Петербурга. Довольно-таки неплохо там выступила. Для первого раза обыграли СКА, обыграли форвард. То есть у ребят очень реальная перспектива. На следующий год мы постараемся залезть вот этой командой в финальную часть. В этом году нам не хватило там буквально там 2-3 очков, чтобы попасть в шестерку лучших в Санкт-Петербурге. Поэтому будем стремиться. Ну и напоследок, для многих, возможно, не очень понятно, почему слова «май» и «хоккей» стоят в одном предложении. Вот немножко разъясните эту загадку. Конец сезона, всем хочется такое, поставить такую хорошую точку. И готовимся мы к лету, к отпускам, поэтому все... У нас конец сезона ассоциируется с маем, и мы заканчиваем потихоньку. Свыше 200 участников, несколько категорий от совсем юных до взрослых спортсменов. И это мы не повторяем прошлогоднюю сводку, а информируем вас о недавних соревнованиях, проходивших на сцене Центра эстетических видов спорта «Созвездие». В прошлом году впервые мы успешно провели чемпионат Европы по акробатическому рок-н-роллу. Получили массу впечатлений незабываемых. И в этом году мы опять собрались на этом чудесном спортивном празднике. Солидный кворум, но без серьезных местных претендентов на медали заполучить окружной турнир невозможно. Поэтому несколько медалей остались в региональной копилке. Но превзойти представителей Северной Пальмиры или столичных гостей весьма непросто. Но справился с этим дуэт Егорова-Слободенко. Естественно, Санкт-Петербург. Он вообще в лидерах в России. Очень, как бы, у них серьезное количество занимающихся, во-первых, в Санкт-Петербурге. И большое количество команд, формейшн, очень много. Ну и вот, а Калининград, ну, наверное, я так думаю, они следуют за Санкт-Петербургом. Вполне возможно, что статус 10 мая, день акробатического рок-н-ролла, обретет постоянство для Калининграда. Но решение о доверии самому западному региону страны крупного соревнования по этому виду спорта на будущий год будет приниматься только осенью. Мы в святая святых Калининградского спортивного центра на улице Горького. Это хоккейный раздел, как вы можете заметить, за моей спиной висят всякие элементы экипировки. И сейчас мы пообщаемся с наставником одной из команд международного турнира по хоккею «Балтийские надежды». Узнаем, зачем команда сюда приехала, с какой целью было из Гродно 300 километров приезжать в Калининград. Вот расскажите, пожалуйста, вот, собственно, какую цель преследует ваша команда? Ну, основная наша цель – это, конечно, поиграть на международном уровне. Не так часто у нас есть возможность встретиться с командами из России или из той же Латвии. Поэтому основной целью ставим набраться опыта с иностранными командами. Федор Маркевич, тренер-преподаватель Центра Олимпийского резерва Гродно, Белоруссия. Как часто гродненцы гостят в Калининграде? Ну, мы приехали первый раз. Наши младшие партнеры, на год младшая команда, была здесь буквально месяц назад. У нас основная база – это местный чемпионат Белоруссии. По своему году у нас достаточно игр в нашей группе. У нас всего две группы в Беларуси по нашему возрасту. Разбиты они регионально, то есть Запад и Восток. И в среднем сезоне 32 игры. По итогам этого года 4 команды из одной группы, лучшие 4 из другой, выходят в группу А. 4 слабейшие команды выходят в группу Б. То есть, если ты хочешь играть с более сильными соперниками, с которыми нет возможности встретиться в чемпионате, нужно занимать достойное место, и тогда в следующем году сильнейший будет играть сильнейший. Как дела у вашей команды? Ну, в этом году мы заняли, к сожалению, только 4-е место. Нам не хватило 1 очка для выхода в финал. При
практически финалисты юношеского чемпионата Беларуси. А что касается этого турнира, то есть какие цели здесь ставите? Да, это может быть вообще даже отдых или дать поиграть тем, кто не играл в сезоне? Нет, это не отдых, это далеко не отдых. Это реальная борьба. У нас здесь вообще очень интересный турнир. Для нас он очень важен даже в том плане, что у нас в Беларуси первым трем возрастам, которые участвуют в чемпионате, то есть это 2003, 2004, 2005 года рождения, запрещена игра силовая. Здесь же наоборот. Мы приехали сюда, для нас это был небольшой шок, небольшое потрясение. Очень сложно детей перестроить. Мы их 2 года обучали совсем другому хоккею, бесконтактному. Здесь мы приехали, нас уже по-взрослому приняли, но ничего, втягиваемся. Поэтому мы реально учимся здесь играть в хоккей. Это не туристическая поездка. Мы приехали сюда учиться играть. То есть уже, в принципе, становится понятна все-таки связка слов «май» и «хоккей». Вот только что вам объяснили, что именно здесь проходят последние элементы учебы. Дальше впереди сборы, наверное, и новый сезон. Семь команд от Липецка до Курска, от Твери до Монина, от Санкт-Петербурга до Долгопрудного. Впервые столь солидная регбийная компания высадилась на берега самого западного субъекта России, чтобы разыграть медали как в рамках спартакиады, так и первенства северо-западного и центрального федеральных округов. Перед региональной сборной задача была поставлена четкая и ясная – победить в своей подгруппе всех. Благо, мастерство для этого уже накопилось. Тверь в итоге получает 90 безответных очков, Санкт-Петербург – 85. И только Курск огрызается 13-ю, пропустив от дружины Вячеслава Кобзева, Андрея Белякова и Андрея Осипова почти полсотни. И это в ливень и сильный ветер. Мы как-то не подсобрались. Много было брака у нас перед, ну, игры вперед. Теряли мячик. Ну, как бы тренер сказал, не очень, что хорошо, не свою игру играли. Увидеть истинный уровень регионального регби мог каждый желающий в течение 5 дней. Помимо калининградцев, сомнений в квалификации не оставили представители Монина, Долгопрудного, да и Липецка. В такой очередности последние и разделили призовые места кружного первенства. Но все же основное внимание было приковано к розыгрышу спартакиады учащихся. Впервые калининградская дружина игрового вида спорта выходит во всероссийский финал этих соревнований. Большая заслуга, в общем-то, всего регби и федерации в том числе, и всех федераций российских, потому что мы участвуем в спартакиадах. То есть у нас есть спартакиада молодежи, спартакиада учащихся. И у нас на следующий год нас включили в спартакиаду спортивных школ. Спартакиада учащихся России в дисциплине регби в финале соберет 12 коллективов. Из них 4 явных фаворита. Из Красноярского края, Московской области, Пензы и Татарстана. В Крымске парни из Калининграда через месяц постараются разбить эту великолепную четверку. Но будучи адекватными в оценке собственных сил, были бы рады и почетному 5-му месту. Ну что ж, мы по-прежнему на турнире и сейчас пообщаемся с наставником победившей янтарной звезды. Но поговорим не о победе, хотя поздравляю, безусловно, с ней. Спасибо. А чем отличается детский хоккей от взрослого хоккея? И отличается ли? Отличий очень много, конечно. Самое главное – это время игры, периодов. Взрослые играют у нас 20 минут, дети играют 15 минут. Александр Ермаков, тренер-преподаватель региональной комплексной детско-юношеской спортивной школы по зимним видам спорта. Силовая борьба у нас у детей только с 12 лет начинается. Но в контактный хоккей мы все равно играем, дети играют. Но очень жестко только с 12 лет начинают играть силовой. То есть, в принципе, мы можем говорить, что начиная с 12 лет это уже взрослый хоккей? Да. Можно так сказать. Что со всеми теми правилами? Со всеми правилами. Хорошо, и большой пример. Вот у нас есть 2 клюшки. Невооруженным взглядом заметно, что одна маленькая детская, другая большая взрослая. Чем они отличаются? Ну, взрослая клюшка для взрослого хоккеиста – это, конечно, флекс, это жесткость клюшки, длина пера, вес клюшки. Детская клюшка у нас – это перо у нас короче и флекс, жесткость – это меньше. Вот, я думаю, 2 различия между детской и взрослой клюшкой. Небольшой дополнительный вопрос. А насколько сложно подобрать именно под себя клюшку, как взрослому, так и ребенку? Тут все индивидуально. Тут подбирает каждый человек под себя. Как кому нравится, тот так и выбирает. Ну, детские, конечно, это меньше флекс, потому что дети еще у нас в этом возрасте силы меньше, то им поменьше флекс. Взрослым это побольше флекс. Вот. Спасибо большое. И коль уж мы заговорили о детском хоккее, давайте, возможно, сейчас родителям потенциальных юных хоккеистов посоветуем идти в хоккей и почему.
Приводите детей в хоккей, в областную школу «Янтарная звезда», для того, чтобы ваши дети росли здоровыми и физически сильными. Ну что ж, вы все слышали, и, возможно, в скором будущем ваши дети будут уже играть на этом льду. Есть такая традиция на 9 мая участвовать, ну или хотя бы созерцать бокс в поселке Прибрежный. Местный боксерский клуб при поддержке меценатов и общественных организаций проводит либо в своем помещении, либо прямо на свежем воздухе зрелищные матчевые поединки, что называется «Ради мира на земле». Вся Прибрежка в основном тренируется в этом зале. И они выступают сейчас против остальных боксеров, кто приехал. Ну, с разными, бывают и выигрыши, и проигрыши, но в основном боксеры Прибрежные посильнее. Один из ярких представителей местного бокса – Александр Нидерис, уже попадавший в прицел наших телекамер. На домашнем ринге опытный 30-летний атлет преподал своему молодому коллеге несколько уроков в челюсть и по печени. Потешить собственное самолюбие и пощекотать нервы публики для Александра и его товарищей сродни натуральной рекламной кампании. Тут не нужны контракты Мейвезера или Пакьяо. Тут нужно своим примером показать красоту, пожалуй, самого известного единоборства. После каждого турнира всегда побольше зал становится, потому что так же хотят выступать, как мы. Вот. У меня вот сейчас занимается 10 человек, малышей разные, от 6 лет и до 18. Чисто вот боевая группа. Вот. Есть еще пенсионеры, кто ходит для себя заниматься для поддержания формы. Три конкура, то есть три заезда. Высота препятствия от 90 до 120 сантиметров. Участники в ранге от первого разряда до мастера спорта международного класса. Все это региональный турнир на конкурном поле конно-спортивной базы поселка Свободная. Днем позже, 10 мая. Участников больше трех десятков, лошадей еще больше. Ибо допускается выступление одного всадника на трех конях. Ну, естественно, по очереди. Они готовятся заранее, каждой лошади свой подход. Там не нужна специфика, там надо к лошади подготовить, присидеться, подготовить ее. И потом конечная точка – это результат, вот он на соревнованиях происходит. Кстати, о победе. Знатоки лошадиной истории вклад скакунов в победу советских войск над нацистами оценивают осторожно. Скорее наоборот, во времена танков, пулеметов и прочего мощнейшего оружия процент гибели наездников и их верных лошадей был слишком удручающим. Но и символом победы наравне с Т-34 можно смело считать серого коня, на котором Жуков принимал парад победы в Москве. Должен был принимать, кстати, парад Великой Победы Сталин. И Сталин должен был принимать именно на этой лошади. Но когда он буквально за несколько дней тренировался, он не удержался в седле. Не знаю последствий того, кто готовил ему эту лошадь. Вот. Можно только догадываться. Победу в главном заезде с высотой барьеров на маршруте 1.20 метра одержала Екатерина Захарова. Второй стала Мария Белова. А представитель сильной половины человечества стал только третьим. Заветные очки в зачет региональной номинации «Всадник года» набрал Этибар Халилов. Следующий съезд конников намечен на 23 мая в Черняховске. Закипая страсти международного турнира по хоккею в Калининграде, подходит к концу и наша передача. Это как кульминация, и в качестве кульминации материал об Алексее Волкове. Об этом человеке мы уже говорили в этом году. Это боец рукопашного стиля из Калининграда. Недавно в Москве проходил чемпионат мира по этому виду спорта, где Алексей стал вторым и потом очень много за это извинялся. Дескать, простите, извините, не оправдал ваших надежд. Но посмотрев этот сюжет, вы поймете, что извиняться тут действительно не за что. Достойный поступок настоящего мужчины. О чем речь? Внимание на экран. Всего лишь третий чемпионат мира, а уровень сопоставим с лучшими образцами. Два дня, два ковра за 200 бойцов с десяток нокаутов. Динамовский спорткомплекс на берегу столичного канала в Крылатском объединил сильнейших представителей некогда исконно советского единоборства. Олимпийское движение, 5 колец, 5 континентов. Пока у нас развивается на 3 континентах. Это Азия, Европа и Латинская Америка, и США с Канадой. Сейчас у нас буквально будем проводить переговоры о развитии в Африке и в Австралии. Мы занимаемся многими видами, от джиу-джитсу до кикбоксинга, но ценим и рукопашный бой. Здесь собраны сильнейшие, в том числе лидеры и основатели этого стиля из России. Нам нравится выступать по правилам рукопашного боя, и мы делаем это. Все внимание калининградских болельщиков фокусировалось на весовой категории до 80 килограммов.
где собрались знатоки рукопашного боя из Ирана, Узбекистана, Белоруссии, Казахстана, России. В числе фаворитов заслуженно числился и действующий чемпион Европы Алексей Волков из Калининграда, воспринимавший всех оппонентов согласно их заслугам. Есть все-таки, да, какие-то маленькие недочеты у кого-то, специфики техники. Главное выходить и просто показывать свое мастерство. А надеяться на то, что кто-то слабее или кто-то сильнее, это сразу наводит на мысли о поражении, потому что нет слабых. Это чемпионат мира, здесь все сильные. Расправившись с иранцем в четвертьфинале, Волков одержал тяжелейшую победу над бойцом из Белоруссии. Как выяснилось позже, триумф дался ценой разбитой челюсти. После такого люди не то что на ковер из дома не выходят, а Волков твердо решил и убедил в этом тренерский штаб. Финал с его участием состоится. На ковре он думает. На тренировке он думает, работая с тем партнером, с другим, на лапах, когда работаем мы, он все это думает, как лучше все провести. Поэтому, в общем-то, таких бойцов, скажем так, немного. Подумать было над чем. Полные трибуны, свет софитов, прямой эфир на весь мир. Лишить себя такого шанса, не попытав счастья после месяцев, дней, часов, мгновений в спортзале, нет, это не в правилах воспитанника Калининградской федерации рукопашного боя. Давай, давай. Чудо не произошло, хотя выход на бой с двойным переломом уже победа. Более того, Волков на глазах изумленной публики сумел набрать 3 балла, в том числе излюбленным ударом ногой в корпус. Но при счете 3-5 разумно выбрал серебряную медаль вместо инвалидности. Он хороший парень, у него правая нога хорошая работает, сильный, ударный. Я чувствую, перед началом боя не пенял, я чувствую его силы, нормальный удар. Ну, потом я смотрю, ему травма есть, потом я бил туда. Очень было тяжело принять решение выпустить его. Но парень волевой, с характером, что и показал, выйдя на татами. Огромное спасибо ему, что он все-таки вышел. Не вышел, тоже какой-то бы осадок остался. А так, ну, мне нечего сказать. Мужчина большой рукой. С большой буквы оказалась вся сборная России, выигравшая общекомандный зачет. Воочию, наблюдая происходящее в Крылатском, можно было убедиться в высочайшем уровне подготовки оппонентов. У российской гегемонии не было и речи, и организаторы этим могут только гордиться. Ну, я рад, большое количество участников, большое количество спортсменов. Но я думаю, что у нас впереди еще много интересных, увлекательных чемпионатов будет. Ну, а этот, что ж, закончился хорошо и, не знаю, я счастлив. Что же касается нашего героя, то он был, естественно, удручен произошедшим, потому что в конечном счете все это на его совести. Бой с тем же белорусом можно было завершить куда как осмотрительнее. Но выводы и работу над ошибками подопечный Павла Тюпы планирует выполнить уже в этом сезоне. Причем, как всегда, амбициозно. Впереди подготовка к осеннему Кубку мира и даже участие в чемпионате Азии для неминуемого реванша с Сирожиддиновым. Какие уж там современные технологии. Бумага стерпит все. Вот оно. Табло международного турнира по хоккею «Балтийские надежды» в Калининграде. Здесь в режиме реального времени заполняются результаты матчей. 8 команд, счет, разница шайб, время начала матча. В общем, полная картина этих соревнований. Надеемся, что мы также путем этой передачи добавили в эту картину свои штрихи. В общем, все, что могли рассказать об этих стартах, мы рассказали. Но впереди много других интересных соревнований. Это и первенство России среди молодежи по тяжелой атлетике, и матчи мировой лиги, и женская гран-при по волейболу. В общем, приходите на трибуны, занимайтесь спортом и физкульт пока.